В рамках проекта «Реальные дела» деньги, выделенные губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, пойдут в том числе и на благоустройство объектов культуры и искусства – дворцов, библиотек, музыкальных школ и школ искусств. Магнитогорск для этих целей получил без малого 25 миллионов рублей. На что именно будут пущены эти деньги, расскажем в нашем сюжете. Напомним, решение направить 1 миллиард рублей на повышение уровня жизни населения Челябинской области было принято правительством области и поддержано фракцией «Единая Россия» в законодательном собрании региона. Почти 25 миллионов из этих средств направлено на благоустройство в культурной сфере Магнитогорска. Львиная доля – 20 миллионов на многострадальный ремонт Дома дружбы народов. Планируется, что на эти деньги будет смонтирована новая система вентиляции и реконструирована электрощитовая. Ближе к концу года Дом дружбы народов должен распахнуть свои двери для занятий творческих коллективов и кружков. Будет приобретен автомобиль для системы библиотечной системы, что позволит внедрить такую программу, как мобильная система, библиотечная система, то, что делается. Затем дальше, к концу августа уже заключен договор, во Дворце культуры железнодорожников будут установлены кресла. В концертном зале. Договор уже составлен. Планируем, что к концу августа эти кресла уже будут смонтированы. Кроме этого, были приобретены кондиционеры для детских библиотек. Они уже установлены и сейчас в разгар жары стали для библиотекарей и посетителей настоящим спасением. Ну, у нас в библиотеке очень тепло всегда, но летом особенно. Каждый год к нам приходит очень много отрядов летних лагерей. И поэтому мероприятие проводить, конечно, очень жарко. И теперь одно удовольствие проводить мероприятие. И ребятам комфортно, и нам легко работается. Для театра «Буратино» был приобретен мобильный гусеничный лестничный подъемник. С его помощью можно поднимать с этажа на этаж инвалидные коляски. А это значит, что детишки с ограниченными возможностями передвижения смогут чаще бывать на спектаклях, участвовать в утренниках и праздничных мероприятиях. Галина Смирнова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.